На турнире в Польше они по произвольной были первыми с таким результатом. Немного обогнав, в том числе и Такахаса Тран. Последние участники этой разминки – Zhang Yue, Wang Lei. Китайцы катаются под... Вовсе не под то, что у них написано в досье. Катаются под Рахманинова.
китайские спортсмены Джан Ю, Ван Лей. Хорошо откатали свою произвольную программу. Когда только начиналось произвольное катание, то как-то выглядели более закрепощенными. Это присутствовали мелкие ошибки. Тройная подкрутка. Не так удачно получился прыжок, как хотелось бы. Затем во второй части программы, когда музыка стала... Темп увеличился, стал более быстрый. Они как-то пошли вслед за музыкой, и катание стало более ярким, а они более свободными. На бал с копейками они обгоняли наших спортсменов. Получили 91 и остались минимум на пятом месте, никого не пропустив вперед.